Вітаю вас, мої дорогі друзі, на моєму каналі. І мова сьогодні піде про бринзу. Це розсільний січужний сир, який в Молдові традиційно виготовляється з овечого молока. Ну, а ми в кухні України, Молдови, Румунії використовуємо бринзу і у салати, і в супи, і як начинку до пирогів, вареників, як закуску. Тобто ми цей сир дуже любимо. Але з Наталею ми вирішили приготувати мамалигу. Ну, як це бути в Молдові і не попробувати мамалигу? Я завжди чула, що мамалигу їдять з бринзою. Тож, якщо буде мамалига, то має бути і бринза. І як приготувати бринзу так, щоб вона була м'якенька, щоб вона довготривалий час була свіжою і не сохла, саме цей секрет вам зараз розкриє пані Наталя. Моя подруга. У нас сегодня день открытия всяких секретов. Наташенька, вот мы сейчас с тобой попробовали брынзу, но по виду я подумала, что она суховатая, как мы с тобой, помнишь, брали на рынке, покупали вместе. Так, мы покупали на рынке, но мне не понравилось, за что-то она засолена. Угу. И я взяла да. на килограмм воды так. 80 грамм соли. Соли. Угу. И кипела. Накипела ага. она, дала ей остыть. Дала остыть, ага. Чтобы она была не горячая, не теплая, а сырая. Потом ложишь в банку и все. И вот это потом можно поставить в холодильнике, оно и так хранится. До зимы кушать. Ага. То есть оно не пропадает, оно мягкое, она, мягкий. Да. Брынза мягкая, вкусная. И вкусный другой вкус. Вот совсем вкус. Другой вкус, да. Вот по виду она мне показалась, что суховатая, такая, как мы брали на рынке. Но и малосольная, кстати, была. Но сейчас она просто как масло. Такая это брынза. Овечья. Это овечья. Очень вкусная брынза. Наташенька, спасибо за рецепт. 80 грамм соли на килограмм воды. Кипятим. А потом остужаем. И в этой же воде ставим банки. Да? Спасибо.